36-19, 2-1. Сцена с собачкой. То есть сейчас должна быть баллонка здесь, где-то бегать. И Леха приревновал эту собаку, точнее, свою девушку к этой собаке. И просит, чтобы она сделала так, чтобы она меня укусила. То есть поставить собаку, чтобы опять Кристина появилась время на него. Я этого и добивалась. Я вообще ненавижу эту псину, понял? Это уже смешно. Ну, в смысле, то, что у нас есть чернокожий парень, легионер, так сказать. И, короче говоря, помимо него, в этой картине снимается достаточно известная артистка. Сейчас скоро будет ее новый альбом. Это мохнатая собака. Маленькая такая гадина. Вот. Собачка такая хорошая. Вот, собственно, на троих мы сейчас эту сценку и распилим. Да блин, чё ты тёргаешься? Ещё не было ничего. Соберись. Блин, танцор, ты чё, охренел? Ты мне губу разбил. Извини, Лёха. Нет, на самом деле я очень люблю собак, просто я их побаиваюсь. Даже маленьких таких вот сучек, маленьких таких собачек я побаиваюсь. Да раз мохнатый твой бешеный напал. Вот, вот, покажи. Он на левую зарку укусил, а мне губу разбил. Да? Да. То есть песик прыжком с вертуха тебе губу разбил, да? Что ты гонишь? Это человеческий укус. Что хотелось бы еще добавить. В принципе, в процессе этой сцены я, по идее, должен выхватить в голову от нашего Лео. Не знаю, как мне придется это вытерпеть, но ничего не сделаешь ради того, чтобы избавиться от этой собаки. Я в сериале добрый стриптизер, а так-то я очень злой и боксер вообще, страшный человек. Вот, так что буду бить Аристарха. Прости меня. Ну, ладно, это искусство, надо терпеть. Наверное, об этом нельзя говорить в эфире, нельзя жаловаться, но меня реально здесь обижают, убьют. Реально. Каждую смену. Смотрите сериал «Анжелика» на СТС. «Анжелика». Новые серии. С понедельника по четверг в 19:00.